Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Франц Ксавер Мессершмитт. Хитрый шут. После 1770 года гипсовый алебастр, высота 42. Франц Ксавер Мессершмитт представляет искусство эпохи барокко в неожиданном ракурсе. Он известен своими характерными головами, портретными бюстами с бурной экспрессивной мимикой, отталкивающее выражение лиц, близкое скорее изучению человека как биологического вида, чем исполнению портрета определенной личности, имеет несколько источников происхождения. Скульптор заинтересовался остро реалистичными римскими портретами, которые славились точной передачей эмоций. Существует версия, что многочисленные головы были сделаны мастером под влиянием психического расстройства. Необходимо также отметить, что именно в это время новым словом в медицине стала физиогномика. Это изучение и систематизация данных о человеческой мимике и возможных интерпретациях характера и здоровья человека. Работа называется «Хитрый шут Франц Ксавер Мессершмитт». Запоминающая работа. Пока-пока, до свидания. Вот такое описание нашел в интернете. До свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».